У тебя есть целых 3 секунды для того, чтобы нажать лайк. Раз, два, три. И если ты успел, пиши в комментариях, чтобы получить от меня заветный лайк под коммент. Фишки, ребятки, с вами Лекс, и мы продолжаем играть в Fly or Die, айо. Не забывайте, ребята, вы можете написать Лекс. Вот знаете где? Нажимаете бонусный код, пишите Лекс и получаете бесплатные 40% бонусных очков. Когда вы поедаете кого-нибудь, то есть дают, к примеру, 1000 опыта, плюс 40%. 1000 опыта плюс 40% получается 1400. Вы понимаете? Это огромный прирост опыта, и поэтому обязательно пишите, и вам будет благо. Помимо этого, также можете в нике написать в квадратных скобочках Лекс для того, чтобы тоже быть в моем клане. И разумеется, если вы будете в моем клане, мы вас не будем есть. Мой клан будет вместе развиваться и валить всех топовых игроков. Будем занимать топы. Но, ребят, сейчас мы не к этому и ведем. Сейчас мы идем покупать премиум аккаунт, потому что специально для этого я сдонатил. Специально для этого. Бежим, смотрим, что он нам дает преимущество премиума. Вы играете без рекламы, вы получаете на 50% больше опыта в игре, вы можете сделать третий ежедневный квест, когда вы умираете, вы теряете на 10% меньше опыта, ваш ник в игре жирный, вы можете прятаться в облаках и в кустах до 30 минут, и вы играете с эксклюзивным мрачным жнецом. Вот такой вот скин, ребят, будет. Хоп, уверен. Наблюдаем, что происходит. В данный момент у нас была осуществлена покупка данного премиум аккаунта. Мне самому это в новинку, ребят, мне самому интересно, что произойдет. В принципе, визуально мы ничего не видим, но мы можем сразу же эволюционировать в этого чувака, я так понимаю, да? Оп, получили награду. И где же эта эволюция? И где же эта эволюция? Меня что, обманули? Смотри, на 43-м уровне только в этого? Не, что-то я не вижу такого. Что-то я не вижу, чтобы мы могли эволюционировать кого-либо. Ну, в общем-то, да. Возможно, это был квест. Это был квест, ребята, это был квест. Смотри, 45 уровень дает нам возможность эволюционировать сразу этого чувака. Но чтобы дожить до 45 уровня, это нужно, ребят, очень много всего потратить. Смотри, сколько я получаю. У меня бонус за 12 уровень 120%. Плюс 40% за мой код, который я ввел в начале. Плюс 50% за премиум аккаунт. В итоге у меня получается целых 200. Целых 200, сколько? Я не могу посчитать. 210%, все верно. 210, я в шоке. Давайте посмотрим, как это будет прокачиваться. Начнем с самого первого уровня. Не будем выбирать каких-нибудь более прокачанных. Там 12 уровня, просто я могу прокачивано сразу прокачаться до пеликана. Не хочу. Мне интересно, насколько быстро мы будем прокачиваться с самого-самого начала. То есть, сколько нам нужно будет съесть какашечек за муху, сколько нам нужно будет съесть за бабочку цветочков и так далее. Посмотрим, насколько быстро это все это теперь будет выглядеть. Давайте выберем... А, кстати, выбрать ли новый серп? Давайте выберем. Опа, и даже загрузка сразу началась. Интересно, потому что на этом сервере, я уже говорил, там есть чуваки, которые уже прокачались, не хочется мне там с ними тусить. То есть на все сервера у вас распространяется ваша покупная штука, премиум аккаунт. Но, ребята, но если вы хотите, чтобы я купил скины какие-то определенные, пишите в комментариях прямо сейчас, чтобы я понял, что в следующем видео нужно показать вам новые скины. Обязательно. Вот мне написано то, что премиум аккаунт куплен, и то, что когда он окончится. Такие дела. Так все это и работает. Нажимаем играть. Начинаем с самой-самой мушки. Да, свинка, отстань, дай мне это съесть. Вот даже свинка уже мешает. Съедим и сразу же превращаемся в бабочку. Мгновенно. Не, бабочке все-таки приходится немножко посидеть. И посидеть на цветочке немножко приходится для того, чтобы эволюционировать. Теперь мы комарик. А комарик может кусать свинку. Да, котика. А котиков я не вижу. Значит, идем на свинку. Оп, куч. Нет, не так уж и быстро, кстати, не прокачиваются. Действительно, приходится немножко подождать. Но в любом случае, это гораздо быстрее, чем то, что было раньше. На 210%. Видишь, цветочка, мы уже эволюционировали сразу же мгновенно в стрекозу. А стрекоза может есть вот этих вот букашечек, таракашечек. Опа, божьи коровочки, да? Опа, божья коровочка. Все, мы эволюционировали в голубя. Но опасненько, потому что этот чувак... Смотри, сразу съели червяка и превратились в утку. Как это быстро? Мгновенно практически прокачиваемся. Практически мгновенно. Меня пытаются съесть.
Навряд ли у них это получится, но они максимально были близки к тому, чтобы закончить мою игру. Пошли в задницу там, всякие гады. Ой-ой-ой-ой, опять нарываются на меня. Ладно, спрячемся в облачке на какое-то количество времени. Как вы думаете, стоит ли вообще, ваше мнение, покупать премиум аккаунт? Я считаю, что нет, ребят. Я считаю, что не особо стоит. Но если вы хотите доминировать, если вы хотите побеждать, это определенно точно стоит того. Для чего я купил себе вот этот вот премиум аккаунт? Только для того, чтобы... Офигеть, не кусаются, надоели. Только для того, чтобы показать вам, что это такое и для чего она вообще нужна, вот эта вот штука. Сейчас пойдем за хлебушком, да? За хлебушком. Что-то у меня одного хлебушка. Червячок! И хлебушек. Кусь. Есть. Хлеб съели, хлеба не хватает для того, чтобы прокачаться до следующего уровня. Давайте съедим еще и желудь тогда. Оп, не хватает. И последний желудь остается, получается. Я не понял ничего. Меня все равно съели. То есть последний желудь, он полтора часа елся, я на нем сидел. Вы заметили, да? Я на нем сидел, но ничего не происходило. Но видишь, в любом случае я остался все той же самой птичкой. Даже вообще не накаплю, не ушел в другую эволюцию. То есть я в последнюю секунду успел превратиться в эту синюю птичку. И в синей птичкой я так и переродился сейчас. Яйцо высадим. Опа, попал. Попало в тебя, да? А ты сгоришь, Сереж, ты сгоришь. Следим сейчас червячка, попробуем. Не, съел, проверяй. В скобочках. Ничего не получилось. Ничего не получилось. Петух, который потерял свой обед. Ну, кстати, курица, это не петух, если что. Так, ну, разница невелика, но в любом случае. В любом случае. Петухи, они такие. Неприятные. А курочки, они такие добренькие, классные. Веселенькие такие курочки. В принципе, как и наши. Оп, яйцо высадили. Он съел. Я съел. Я успел, офигеть. Кое-как, ребят. Еще яйцо. А еще одно яйцо, ребята, получается, мы эволюционировали. Не кусайся, дракон. Он еще, смотри, что ты видел? Взял огонь, плюнул. Всем борзел. Да съешь, где твоя способность, которая должна сразу съедать эту штуку? Интересно, сколько ягод нужно съесть? 3 ягоды примерно нужно съесть. Оп, вторая. Третья. 3 ягоды ровно для того, чтобы эволюционировать с попугая в аиста. И вы представьте, да, сколько времени мы тратили раньше и сейчас. Буквально в три раза, если не больше, мы ускорили этот процесс. Это ли не чудо? Это круто, это действительно прикольная тема. Ребят, не забывайте, что вы можете получить 40 бесплатных процентов, которые как раз таки увеличивают скорость получения вашего опыта, просто написав в бонусном коде Лекс. Просто написав в бонусном коде мой ник. И все. И у вас будет та самая заветная штука, которая дает плюс 40%. Помимо этого, если вы хотите очень сильно, я могу сказать вам о других секретных кодах, которые тоже как бы увеличивают. Но проблема в том, что вы можете использовать только один. И самый лучший, это, конечно же, мой. Потому что он дает целых 40%. Остальные дают по 30%. Так что давайте, ребят. Мне будет приятно, если вы напишите. Плюс к этому сами получаете хороший бонус. 40% бонус. Где вы бы такое вообще видели? Так что погнали сейчас сюда. Оп. Я, конечно, рыбку попробую съесть. Нет, не попробую, я полетел. Пока. Дурак, зачем ты так летишь? О, видели? Увидели этого человека? Зачем он улетел сюда? Этого аиста. Это не человек был, это был аист. Я видел, я точно помню. В общем, да, нужно сейчас лягушек ловить. Огонек не будем ловить, будем ловить лягушек. Так, одну нашли, хорошо. Вторую нашли. Всего 3 лягушки нужно съесть, чтобы эволюционировать, офигеть. Вот это я понимаю, аист. Все, быстро, очень быстро. Теперь мы играем за красную птичку. Давайте найдем деревце. Где же его найти, где бы его найти? Вон индюк тоже хочет. Оп, оп, оп. Индюк тоже хотел, да в суп попал. Вкусняшку клюем. Ты видел? Я чисто по ней прошел, но не получилось ее съесть, почему не засчитал урон.
Пусть. Раз, два. Это сейчас что было за воровство-то на моем... На... Я не понимаю. На, блин... Как так-то, блин? На глазах у всех. Вообще, не стыдно? Изо рта прям достал у меня. Окей, ребят, у меня есть уже пеликанчик. Пеликанчик любит много всякой еды вкусненькой есть. Но в основном это лягушки да рыбешка. Мы сейчас ищем лягушек. Нашли пару лягушек. Нет, призрак не хочет меня оставлять. Призрак хочет со мной разобраться. Но я не хочу с ним разобраться. Я хочу просто съесть лягушек. Раз уж лягушек мне не дают, половину сразу, ребят, половину опыта, половину уровня я получаю только с одной этой... Хотя я, может быть, лягушек ел? С одной рыбы? Нет, я не половину. Смотри, сколько мне даст лягушка. Все! Еще половину. Вот это я понимаю. Индюком можно вообще стараться не выигрывать. Будем стоять. Просто-напросто стоять, потому что он будет сейчас выкарабкивать этих червяков. Вытаскивать из земли. Но проблема в том, что... О-о-о, не пугай так. Проблема в том, что нужно иметь великую удачу. Потому что что-то не получается у нас с первого раза всегда достать червяка. Он достает червяка с процентом 40% шанс, но при этом очень редко почему-то ты видишь, чтобы он достал его. Вот и все, мы съели кого-то и сразу же эволюционировали в летучую мышь. Притом мы съели осу, если не ошибаюсь, да, это оса вроде бы была. А оса, ребята, как раз-таки имеет довольно-таки мало, очень мало опыта. То есть это довольно-таки ранняя эволюция, и мы с ней столько получили. Просто офигеть не встать. Офигеть не встать. И мы сейчас, ребят, бежим на летучих, ой, на летучую мышку, на обычных мышек. Сюда вроде бы не пролезет вот этот призрак. Призрак, потому что имеет двойную... Хотя, может быть, пролезет. Не, вроде бы он имеет размер полторы. Полтора блока. А у него... При его полтора блока, да? Он не может пролезть как раз-таки вот с этим вот в один блок в высоту. Полетели, полетели, полетели. Разумеется, чем больше мы будем выполнять задания, тем больше у нас будет уровень. Тем больше мы будем набирать опыта и, разумеется, становиться все сильнее и сильнее. Возможно, скоро вообще будем максимально доминировать над всеми. Ну это что такое за птица, а? Низкого полета. Ну, давай, давай. У тебя все получится. Обманули, обманули. Но она все равно догонит, на самом деле. Неприятная, неприятная птичка за нами летит. У нее ускорение есть. Так. У меня воды не хватает. Оп. Пока-пока. Он такого не ожидал, явно. То, что я так резко все сделаю. Тем более, мне не хватало воды. Сейчас мы погружаемся в самое-самое-самое дно. Для того, чтобы поесть немножечко вкусненьких, классненьких морских звездочек. Которых почему-то нету. Их всех уже съели до меня. Пришел, блин, звездочек поесть называется. Ни одной звездочки нету. Кусь-кусь-кусь-кусь. Этого я тоже кусь-кусь-кусь-кусь. Раз, два, три. Хорошо, успел. Этот чувак уже хотел украсть у меня. Лекс и Алекс. Это вообще легально? Прям два брата-акробата прям какие-то. Окей, вижу рыбку. Я ее не съем, видимо. Ах ты, гади... А, я съел. Все равно я съел. Эту съел. И эту я тоже съем. Это, ребята, эволюция. Бэнк! Я уже черный дрозд. Господи, как быстро мы прокачиваемся. Я просто даже понятия не имел, что возможно настолько быстро прокачиваться. Ребят, 14 минут это заняло. И, разумеется, я говорю, что это не конец. Это не конец. Я думаю, за час, если все будет хорошо и у вас будет все получаться, вы сможете прокачаться до максимальной эволюции. Раньше за час прокачаться было практически невозможно. Особенно на первых уровнях вы должны были потратить около десятка часов, наверное. Не десятка, может быть, часа 3, может быть, 5. Для того, чтобы спокойно прокачаться с первого уровня до самого-самого-самого конца. Это действительно давалось сложно. О-о-о! Нифига себе он наглый. Йети, блин. Ну, лапища, конечно, у него здоровенные. Промазал. Марина, ноготочки.
Отличное имя у чувака. Так, ладно, мы пока что вот сюда вот полетим. Он даже не ожидает, наверное, то, что я вот так вот сделал. Кусь, кусь. Не знаю, увидели меня, не увидели. Это Марина ноготочки. Все, она улетела. А мы поедим тогда хлебушка. Потому что о чем мне еще можно дрозда есть? Кстати, хлеб это не самое лучшее, потому что самое лучшее, что есть, это что? Это червяк. То есть из того, что не живое. А если живых есть, то, конечно, мы с одной пчелки, мне кажется, точнее не пчелки, а осы, получим сразу же новую эволюцию, скорее всего. Я не уверен, но предполагаю, что это будет так. А Марина-то ноготочки, ты посмотри, она в топе, топ-10, вот тебе и ноготочки, блин. Заточила ноготочки, видите? Не так-то все просто, как казалось. Блин, я не знаю, зачем я туда бегу. До свидания. Пам-парам, пам-парам. Отличный ник у чувака, мне нравится. Тык. Вот тебе и пам-парам. Кусь-кусь-кусь-кусь-кусь-кусь-кусь-кусь. Вот тебе пам-парам. И максимальный пам-парам сейчас будет вот здесь, вот возле этого хлеба. Максимальный пам-парам. Раз, два, три. Я превратился в шершня. Ребят, я не вижу смысла дальше прокачиваться. Если вам нравится данная рубрика, как я проверял вот этих вот премиум, если вы хотите, чтобы я проверил также и скины закупил, посмотрел, как это, каково это чувствовать себя чуваком со скином. Тем более, видишь, у нас время-то увеличилось, теперь мы в облаке можем сидеть до 30 минут. А некоторые даже не ожидают, возможно, этого. Знаете, вот есть чуваки, которые ждут вас возле облачка, либо наоборот, залезают в облако вместе с вами и ждут. А ты можешь там и 30 минут просидеть. Это действительно, на самом деле, добавляет возможности сделать паузу. Сделать паузу, потому что, помните, единственный момент для паузы в этой игре, это, разумеется, только лишь один. Одно мгновение, когда вы превращаетесь в привидение. Фу, вот это поэтизм прям какой-то получился, да? В общем, ребят, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, не забываем про паблик ВКонтакте, есть ссылка есть в описании, в шап-канал, не забываем про Дискорд. В Дискорд я буду сообщать то, что я буду играть, и будем вместе с вами прокачиваться и становиться все круче и круче. Спрятався, доставься, я здесь. Спрятався. Не-не-не, все-все-все, доставься больше не будет. В общем, ребят, я все вам сказал. Клан, вступайте. Лекс, пишите, как в бонусном коде, так и перед ником своим. И также Дискорд и группа ВКонтакте. Все очень классно. Если вы присоединитесь ко мне, буду очень приятен. Ссылочки все в описании. То есть немножко вниз пролистните, откройте описание полностью, все ссылки будут именно там. Всем добра.